Дайте пять, дайте пять. Акция «Спасательный круг» прошла в детском парке «Орла». Сотрудники МЧС и волонтеры рассказали маленьким гражданам о правилах безопасности у воды. К обучению подошли творчески. Акция началась с флешмоб-разминки и урока по плаванию. После инспекторы ГИМС познакомили детей со средствами спасения на воде. Сегодня у нас была проведена профилактическая акция, в которой приняли участие дети разных категорий, то есть разных возрастов. Мы им объясняли, как правильно проводить СЛР, то есть сердечно-легочную реанимацию, прием Геймриха при закупорке дыхательных путей. Мы им показали, как правильно оказать первую помощь. Это все было оказано для того, чтобы люди смогли в дальнейшем оказывать первую помощь и смогли оказать ее ближе. Мы напоминаем нашим замечательным юным орловцам, жителям Орловской области о том, чего нельзя делать и как сделать так, чтобы не допустить происшествий на воде. В течение акции на большом экране транслировали профилактические ролики по безопасности на воде и правилах вызова экстренных служб.